Отделения соцзащиты Красноярского края переходят на дистанционный режим работы, чтобы снизить риск заражения ковидом. Принимать людей будут только по предварительной записи через сайт Министерства соцполитики. Там есть специальный раздел. Его адрес сейчас на экране. Также на закрытый режим работы до конца недели перейдут дома престарелых, психоневрологические интернаты, детские стационары. Там сотрудники будут работать вахтовым методом по 2 недели. В Министерстве соцполитики края рассказали, что решить большинство вопросов люди могут через портал госуслуг или многофункциональные центры. Продолжит работу и система обратного звонка. Если необходимо гражданину обратиться с вопросом, он может сделать дозвон, ему обязательно перезвонят и ответят на все его вопросы. Также мы выставим боксы для приема документов у каждого территориального отделения. Не нужно человеку будет прийти или взять талончик на прием. Можно оставить свои документы, их будут забирать.